Про таких девушек, как Мария Андреева, говорят спортсменка, комсомолка и просто красавица. Она закончила музыкальное училище в родном городе Иваново. Затем там же получила экономическое образование. После Маша приехала покорять столицу. Решила стать дипломированным психологом. А не так давно получила еще одно образование. Стала инструктором по физической культуре. И открыла свою студию танцев. Я именно для этого и пошла учиться, потому что при создании студии я была в очень близких отношениях с подружкой со своей, которая, соответственно, меня натолкнула на эту мысль. И она как раз профессиональный психолог, и мне тогда захотелось тоже получить образование, потому что я поняла, сколько пользы это может принести. Свое детище Мария назвала «Эко-студия». «Эко» означает экологичное, грамотное и безопасное отношение к воспитанникам. Занятия проходят без эмоционального давления на ребенка. При том, что спорт все-таки он тяжелый, мы следим, чтобы всем детям было комфортно. Ну, в первую очередь, с психологической точки зрения, потому что спорт, он и физически тяжелый, и не все дети просто выдерживают. Хочется, чтобы максимальное количество детей были здоровыми. Мария мечтала открыть свою танцевальную студию давно, когда еще сама ходила на занятия. Получилось воплотить мечты в реальность в период пандемии. Я когда зарегистрировала ИП, у меня 2 года без налогов, налоговые каникулы. Это первая мера поддержки, которую я получила. Вот. Сейчас мы открыли социальное предпринимательство и пока еще не выдвигались на гранты, потому что хотим для начала свою личную площадочку заиметь, вот, чтобы уже можно было полноценно воспользоваться средствами гранта. Сейчас девушка дает занятия по спортивным бальным танцам в направлении мейнстрим и тренирует девочек и мальчиков разного возраста. Есть даже группа для самых маленьких – мама и малыш от 1,5 лет. Я с 4 лет сюда хожу. Я долго выбирала танцы. Но когда я один раз побывала на таких немного жестоких танцах, я решила, что я буду ходить только сюда. Я еще перемещалась с этих танцев и других, но потом я полностью... Но потом я начала уставать от 2 и выбрала эти. Во время тренировок Мария делает акцент больше на европейской программе, а второй тренер, друг Марии Дмитрий, на латиноамериканской. Есть история. Мы были на сборах, когда еще было 16-15. Сборы были параллельно с футболистами. Мы по утрам бегали. Футболисты уже все, уже устали, а мы продолжаем бежать. Они говорят, а вы с какого клуба? То есть чем занимаетесь? Спортивными бальными танцами. В студии есть и занятия для взрослых. Стрейчинг, растяжка, зажигательная латино-соло, энергичная бачата. Также здесь ставят свадебные танцы. Воспитанники эко-студии принимают участие в различных соревнованиях в Москве и Московской области. Когда начался 2-й год моего танцевания, я начала ездить на турниры. Сначала, конечно, тоже ничего не получалось, даже в полуфинал не выходила. Ну... Разумеется, после тренировалась, старалась, учитывала свои ошибки и уже начало что-то получаться. Для Марии бизнес – это не просто работа, а любимое хобби. На занятиях тренер выкладывается на все 100%, дает всю свою энергетику подопечным. Она мне нравится тем, что она проводит очень интересные занятия, она добрая и также спортивная. На вопрос, какие у вас дальнейшие планы, Мария ответила, что хочет организовать большое танцевальное мероприятие. Детский благотворительный бал под эгидой нежного бизнеса, участницей которого она является. Алина Савуш, Екатерина Шарыпова, Денис Корнев, Первомытищинский.